Скорпионы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на ноябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине, в конец месяца? И в конце расклада я возьму карту совета и посмотрим, что вам высшие силы советуют на протяжении всего месяца. И первая карта для вас на начало месяца – это карта десятка пентаклей. Это ваш фундамент, это ваша стабильность, это ваши любимые люди, которые, знаете, вас... Каждый занимается своим делом, но, знаете, не мешайте, да, друг друга. Здесь больше будут какие-то стабильности, фундамент, да, финансы, рабочие какие-то моменты. Но то, что оно стабильно, это у вас начинается в начале месяца. Давайте посмотрим следующая карта, Следующая карта – карта Солнца, карта энергии, карта, может быть, детей, какие-то вопросы в семье, какие-то вопросы с вашими близкими людьми. Но здесь идет Солнце, да, Солнце открывается для вас, да, это энергия, это ваш оптимист, это какое-то прояснение, это какое-то благо, да, но то, что касается именно ваше. Для некоторых это может быть какие-то вопросы именно с детьми, может какие-то праздники, да, ваших, да, семейные. Давайте посмотрим следующая карта, карта Луны. А карта Луны говорит о том, что... Здесь почему-то показывают еще какие-то переживания и страхи. Здесь женщины, мои дорогие, которые есть и понимают, что что-то не понимают, что уходит именно ваши силы, ваша энергия, ваша какая-то, вот может быть, головные боли, какие-то, может быть, туман в голове, то все-таки на это нужно обращать внимание и усиливать, и восстановить свою женскую энергию. Мужчины, это касается ваши страхи, ваши переживания, ваши какие-то ситуации, может быть, из-за ваших близких, из-за ваших родных, ваших детей, ваших любимых людей. Давайте посмотрим следующая карта на середине, карта сила. Научитесь не эмоционировать, научитесь контролировать себя. Высшие силы будут за вами наблюдать вот этот месяц, да, высшие силы вам, если понадобится помощь, они вас дадут эту помощь. Но самое главное, чтобы вы понимали, что у вас происходит, чтобы вы понимали, что вам нужно вот этот месяц сделать. Но этот месяц больше как будто вложить в вашу семью, вложить ваших детей, вложить именно то, что где у вас фундамент, где ваш дом. Вот это вложение в себя. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на середине – это карта Король Мечей. Строгость, хладнокровность, четкость, уверенность вам нужно на середине месяца. Если вы понимаете, что что-то не нравится, от этого нужно освобождаться. Если вы понимаете, что что-то ненужное в вашей жизни, от этого нужно, как говорится, расчищаться, да, открывать себя. Мужчина, это касается вас. Женщина, это может быть то, что у вас рядом такой мужчина, да, который, да, не показывает, да, вот ваши какие-то моменты, то, что любит, то, что какие-то слова любви, да, вот это у вас не, вы не получается от такого человека. Мужчины и женщины одинокие, вы, если понимаете, что именно что касается отношений, что касается стабильности, и у вас нету какое-то понятие, и нету какое-то пронесение, почему у вас это не получается, то я хочу сказать по этой, да, по Луне еще идет как... Эта карта двоякая, и она говорит о каких-то магических воздействиях. Поэтому, может быть, карта сила и говорит, обращая внимание, высшие силы могут вам дать какие-то советы, подсказки. Да? Вот на это нужно в ноябрь месяц обращать внимание. Давайте посмотрим следующая карта. Да? Карта Король Жезлов. Но поверьте, через вашу благородность, через ваше спокойствие, понимание, ваше знание, вы поймете, что вам нужно. Мужчина и женщина, вы очень благородны на протяжении всего месяца. Но в середине месяца вы и холодные, вы и строгие, но в то же время понимающие. Да? Вы отдаете вот благо, вы отдаете вот это... радость кому-то, да, и из-за этого, да, рады люди, которые рядом с вами. Давайте посмотрим следующая карта, да, еще такая информация. Мужчины,
обращайте внимание на ваше здоровье, на вашу голову, потому что здесь может быть какие-то туманы, какие-то, знаете, головные боли. На это стоит все-таки обращать внимание. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Король Пентаклей. Опять мужчины, про вас говорится. Женщина, если у вас есть ваш мужчина, ваш любимый мужчина, ваш муж, обращайте с ним, что происходит на протяжении месяца ноября. Если есть какие-то жалобы, есть какие-то боли, потому что здесь по здоровью, да, может. То есть знайте, что это не просто так. Здесь могут быть сделаны какие-то магические воздействия. Но высшие силы вам дадут, да, направление, как вас освобождать. Здесь может быть даже на семью, на отношения какие-то ситуации, да, какие-то магические воздействия сделаны. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта — тройка пентаклей. Взращивание, повышение. Знаете, мужчина и женщина, в конец месяца дается, чтобы вы взлетали. Это тот период, знаете, ближайшие 3 месяца. Это тот период, когда вы можете или обучаться чему-то, или повышение вашей квалификации, вашей стабильности, наоборот, налаживаться будет. Или вы должны кому-то преподавать ваши знания, кому-то, и тоже благодаря этому может кто-то финансово и стабильно, да, будет поднимать, или даже ваши знания. Но что то, что у вас тот период, когда что-то вы можете вложиться, то это однозначно. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета. И карта совета, что вам говорит высшие силы, да? Карта совета для вас — туз мечей. Туз мечей — обрубка. Обрубка — это говорит о том, что освобождение от чего ненужной в вашей жизни. Что касается людей, что касается работы, если вам не нравится и вам нужно что-то новое начать. Это касается мужчины, если есть желание какую-то новую работу, какую-то дополнительную, то это ваше время. Женщина, вам нужно освобождаться от чего-то старого, от чего-то ненужного, от чего-то, что вы боитесь, от чего у вас есть страхи, да? Почему-то у вас могут быть и какие-то тайны, но вы об этом не говорите. Здесь, да, нужно все-таки понимать, что вам мешает в вашей жизни. То, что вам мешает, от этого нужно и освобождаться. Конечно, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.